Фу. Динамит только что спас Люськину жизнь. Фу, блин, я вот по этому глубокому снегу бегал. Это, ну, прыгает, прыгает, как будто играется, играется. Потом слышу, это крик такой. Я думал, Люська кролика поймала, а, блин, так это... Хожу, кричу. Ага. А потом, блин, эта зараза, сволочь, рысь, Люську держит в снегу. А Люська орёт. Вот тварь, вот падла. Куда она делась теперь? Последний раз сюда на дерево попрыгнула. Сука, это, блин, зря через сетку стрелял, ёб твою, пуля задевает, забор отклоняется. Ай, блядь, мазила, ебаный. Шерсть от кролика. Уже не один, наверное. Ну да, вот она, зараза, смотри. Она к забору здесь подходила. Ой, как они меня задрали, а? Я ведь проверяю постоянно. Каждый вечер обход делаю с фонарем. Вот подлюка, а? Смотри. Какие тропы здесь. Натоптаны. Вот зараза. Вот зараза, а. Очень глубокий снег. Фу, блин, почти по пояс.
Конечно, ей обидно, у нее в зубах уже ужин был. Только она не могла понять, почему он себя по-кошачьи так ведет. И с каких пор у зайцев когти и зубы. Люська молодец, защищалась. Фу-фу-фу, тяжело, блин, ходить по этим. Я специально пошел так, чтобы отрезать путь. Итак, ребята, я знаю, что вы, как и я, не очень любите поэзию. А, вернее, охоту не очень любите, а поэзию любите. Фу, придется для вас опять читать поэзию. Суровые сумерки в тайге северной. Лисьи, не лисьи, рысьи души на небесах смотрят ласково на нас. Нет, наверное, не так. А как же, а? Что-то нехороший я поэт такой стал в последнее время. Улыбаются небеса улыбкой рысьей. Сумерки стелются над заснеженным лесом. Вот так, наверное. Все, до свидания, ребята. Конец связи. Фу, побредем домой. Хорош, товарищ майор, дело было так. Пошел я, значит, на свидание к этим, к девкам, к своим. У меня их много, там штук 100. Крупные и мелкие, штук 50, чирикают все. Кушать хочет, значит. Ну, пошел к ним, значит, там яйки пособирал, то все. А потом, ну и воды там налил везде. А потом это самое раз и понял. А это самое, кушать давать-то ведерко с кормом-то, это в другом сарайке у меня стоит, там, где я мешаю все это. Ну, значит, так выхожу гордо, так красивый весь такой. Ну, чтоб марку не терять, ну, сам знаешь, да, девки ждут, а я тут весь такой красивый. Ага. Пошел за кормом, а там динамит тоже марки что-то не теряет. И вот так весь такой-то, игривый такой-то. Как вот на добычу, знаешь, когда вот кого-то зайцев, когда вот так это охотим или что это, так вот себя ведет. Динамит, ты что, блин, вообще, что ли, дурной, что ли? Что так это под старость, это моча в голову, седина в ребро, что ли? Ага. А потом слышу, ой, чирикает кто-то. А точно такое вот чириканье, когда этот Люська кролика поймает. Ну, думаю, Люська, сволочь, опять кролика поймал. Кролик плачет, значит, побежал я по снегам, значит. Один клетка, другой клетка, Люська, крышу, Люська, сволочь, убью, блин, поймаю, сволочь такой. Один ящик заглядываю, там, где норка, там, где все кролики много тусуются всегда. Не видать, Люська. А другой вообще, там, дырка вот такой, я там вообще хрен залезу. А дверь закрытый снегом, запечатанный, а лак весь зима снег кидал, и вообще хрен зайдешь, ага. Думаю, если Люська туда залез и там кроликов кушает, то капец вообще. То значит, это самый нехороший день для кроликов сегодня. Не, потом смотрю, совсем другой стороны, в лесу крик раздавается. И динамит туда смотрит. Я так разворачиваюсь, короче, со всей мощности, как по-солдатски, знаешь, так это. И туда прямо смотрю, и точно смотрю, там Люська в снеге, так это. В самом конце, прямо где проволочный забор такой, прямо там лежит. Ну, думаю, сволочь, подлюка там, значит, кролика поймал. Что делать? А это солдатский смекалка говорит, что надо туда бежать. А, блин, а этот самый... А мудрый военный смекал говорит, нахрен тебе надо, я его снег такой глубокий, блин, как шмо, будешь там бегать, ну что делать? Короче, гимнастерка поверх голенища, это лом так и долго. Короче, рванул я, настоящий такой марш-бросок сделал. Подбегая к забору, прямо к Люське, что ты думаешь? Там огромный кошка, Люськин родня сидит и Люську жрать хочет. Прямо так придавил лапами снег и держит. А Люська орет, как кролик бешеный. Вот думаю, блин, как вот лафа повернулся, значит, так это фортуна боком к тебе, Люська. То ты кролика давишь, что тебя как кролика давит. Я так с голыми руками, как положено, армия, значит, погибай, товарищ, выручай. Прыгаю на забор, и, блин, это самая большая кошка, хочу так убивать, кричу, сволочь такой, уходи отсюда, елки-палки. Ага,
И он как взбесился, большой кошка на забор как кинулся, а потом туда на деревы, так на кусты, так это рядом который. А Люська между тем делом шмыгнул так и побежал. Побежал вокруг папиной и домой убежал. Ну, думаю, ладно. Один дело сделали, товарищи, значит, освободили. Теперь, значит, надо этот патрон надо добивать, значит, это самое другого товарища на поле боя. Побежал домой, а сапоги аж через верх, знаешь, прямо ноги там уже вмерз в это, в снеге. Прибежал, сапоги скинул, тетя Оля, говорю, это самое, держи меня, а то, блин, растерзаю всех этих кошаков лесных, значит. Винтовка взял, очки взял, кинокамера взял и патроны взял. Много патронов на кармане, помчался. Помчался, прихожу там, где кусты, туда большой кошка заскочил, вот этот тигр, значит, саблезубый такой, нету. Вообще нету. Я туды-сюды, а на ходу пушка зарядил, потому что грамотный. Военный же, и это, 23 февраля же, понимаешь? Ну, значит, это хожу, смотрю на дозоры, все так это тише. Родина может как будто спать спокойно. Ну, нихера подобный, блин. Это сволочь, интервенты буржуйские все равно опять всегда приходит, возвращается. Поэтому что делаю, значит? Значит, это сердце вот так из горла вырывается, да, а это самое... А я думаю, сейчас это не знаю, блин, через забор-то не перелезу, старый я такой, а забор высокий. А это, ну, а смотрю, потом пошел пантера такой по периметру. Ну, что делать, что делать? Я так прицелился, как Бронька Пупков, стрелял и... Да, ну, нельзя через кусты стрелять, а через прочный забор вообще нельзя. Что, пулька, думаешь, дурной, что ли? Что, думаешь, в дырку через забор пролезть? Он, конечно, взял за проволоку, зацепился чуть-чуть это, и отклонился от маршрута и ушел. А этот, значит, самый этот пума на меня смотрит, леопард этот, тигра, значит, так это удивленно. Что ты, говорит, мужик, совсем, что ли, этот дурной? К тебе тут пришли, значит, а ты тут что-то это фейерверки, блин, 23 февраля устраиваешь, там это самое, служишь Советский Союз, все. Я не растерялся, пацаны, я опять зарядился. А он, сволочь, прошел по периметру туда, где Люська убежал, то все, и опять назад, и лес уходит. Куда, говорю, куда, сволочь, шайтан такой? А я как чмо за забором, понимаешь? Ну тут бруствер, рубеж тут. Вот тут 28, Панфилсы, мы здесь, а враг там. А что делать? Что, куда делать? Что делать? Не знаю. Значит, стою, блин, это самое. А потом замер, затих совсем. И знаешь, из... Ой, запыхался. Вообще чуть не сдох. Это прямо вообще горло вот тут было. Вот тут думал, что сейчас инфаркт сдохнет это, в глубоком лесе. И потом это в замороженном виде будете меня хоронить. Это гроб придется большое дело, потому что я весь такой-то, вот такой был, такой вот это. Ну, а как не сломаешь, не сложишь же меня, да, как это пирочный ножик. Придется гроб большой делать. Расход материала обидно будет. Стою, значит, а солдатский смекалка работает, а рядом осинки всякие. А я так ногтями царапаю, как будто защитник, знаешь, трава кушает. Не трава, а кожура, это кора, а дерево. И этот рысь там зашевелился в лесах. Ага, и так это. Вижу, блин, за деревьями что-то есть. А сволочь не выходит. Вот стоим, а я стою, а я это весь в снегу, это уже снег растаял и в лед превращается вообще. И я уже как этот самый, которого там на морозе обливали, как называется, не Павлик Морозов, а другой герой военный такой, народный. И, значит, ну, думаю, это самое. Я скорее раньше замерзну, чем это геопарда, значит. Что делать, а? И давай я по периметру перемещаться. И нашел вот такой вот лазейчик, где его видно оттуда. Я ствол так через бруствер пихал так через это. Хорошо, тщательно прицелился. А сколько это у кошек в жизни, не знаете? Короче, Люська свой один уже спалил. Пусть она больше так в покер не играет со своими жизнями. И, блин, вот это самое. Ну, значит, из тигриных лапов ее вырвали, блин, но если под колесами автомобиля погибнет, то это его собственная вина. О, ходит. Довольно такой счастливый теперь. Домой не хотел идти. Ой, боялся. А потом это самое. Ну, я позвал ее на поминки, это самое. Ну, вроде так чуть-чуть успокоился, но все равно. Я не знаю, хоть бы это ума набрался, хоть бы теперь понял, что это... Не надо больше так делать, это самое. Ты, короче, это не доверяй, это, блин, этим своим семейством кошачьим. Короче, кошак кошаку враг. Понимаешь? Тамбовский волк им только друг. Молодец, Люська, живи долго теперь, и это самое. И Аллах Акбар, короче. Товарищ майор, разрешите не по уставу обратиться, а с личным вопросом только, товарищ майор.
Это, товарищ майор, на службе охраны окружающей эти самые государственные границы находимся, значит, понимаешь. Некоторые это несознательные алименты за колебу, товарищ майор, говорит, это, ну, говорит, когда на охоту. Товарищ майор, разрешите, если это самое, если эти, блин, это диванные эти самые, блин, геройские охотники московские, так это еще раз спрашивают, можно нахер послать, товарищ майор, а? Правило так, по-мужски просто нахер послать, и все, товарищ майор. Ладно? Есть, разрешите идти, товарищ майор.